Здравствуйте. К нам на библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Какой грех самый страшный? Ну, из учения церкви мы знаем, что источник всех грехов — это гордыня. И даже преподобный Макарий Великий говорит, что в любом грехе есть та или иная доля гордыни. Так же, как в любой добродетели, дальше продолжает он, есть та или иная доля смирения. А самый страшный грех, как реализация своей гордыни и своей свободы, есть, конечно, грех самоубийства. Почему? Потому что за этим грехом не может последовать уже покаяние, уже нет возможности раскаяться. За любым другим грехом есть возможность раскаяться, пока человек жив. А за этим уже нет. Поэтому, наверное, если по факту греха смотреть, то самый страшный грех — это грех, когда человек накладывает на себя руки.